Мне этих беженцев безумно жаль, потому что я сама родилась в Одесской области. У меня отец военный, который дошел до Берлина, и все мы там говорили на русском языке. Мы также жили в Кишиневе, в Тирасполе, в Одессе, под Одессой. И там такие же люди, как я. Почему эти люди должны сейчас бежать с своих насиженных мест, своих домов, с детьми? Но я считаю, что Россия просто не может оставить своих людей. Поэтому у нас много земли. Я считаю, что мы примем всех. И люди все то, как говорится, на радость нам будут здесь работать, жить, дети учиться, я знаю, уже в школы определяются. Ну что ж, раз Украине не понадобились наши люди, то здесь мы их принимаем с низким поклоном и с помощью. Пожалуйста.